Омкі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Як говориться, почувствуйте різницю. Президент США Джо Байден заявив, що підтримка України Сполученими Штатами Америки дозволяє утримати американських військових від залучення до бойових дій у разі подальшого поширення російської агресії. За його словами, господар Кремля та терористичне угруповання Хамас сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом, тому Америка не може і не дозволить цьому статися заради власних інтересів національної безпеки та заради блага всього світу. Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України, який продовжує захищати свою свободу від жорстокої війни, розв'язаної Путіним. Додав Байден, американський лідер зазначив, що досвід світових воєн минулого століття засвідчив, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама собою і тому безпосередньо втягує США. Ми утримаємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання перш ніж конфлікт пошириться далі. Наголосив Байден. Он позволяет себе это делать, и никто на это никак не реагирует. Путин и Хамас это одно и то же. Привет. На самом-то деле там на болотах изрядно обиделись. Потому что ну как можно сравнивать Хамас и Путина? Ну, во-первых, не Путина, а Россию в целом. И э, обида связана с тем, что, ну, это как сравнивать что-то очень большое и очень маленькое. Мол, Хамас, ну сколько там, несколько тысяч э, головорезов, которых сейчас... Э, ликвидируют и обезвредят. И это сравнение с Большой Россией, где цветет и пахнет фашизм, где много нефти и газа. Но знаете, что им скажу? Сравнение правильное, потому что тут не размер сравнивается, а подходы. И что-то мне подсказывает, что после того, как ХАМАС будет уничтожен как явление, то м такие государства, как Израиль, кардинально изменят свои подходы к Украине. Почему? Потому что уж слишком много свидетельств, что эту бойню заказал лично Владимир Путин. И вот тут что-то пошло не так. Сейчас все российские пропагандистские устремления направлены на то, чтобы Дональд Трамп стал президентом. Потому что, по мнению пропаганды, он придет и порядок наведет. Но ну, в смысле отдаст Украину Российской Федерации. Свежо предание, верится с трудом. Главное, что вопрос же решаем мы здесь и сейчас. А Соединенные Штаты нам всего лишь помогают. Эта помощь значительная и важная. Так вот, вчера только а, генерал-лейтенант Боярышник, а, 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 озвучивая а, кремлевские нарративы, угрожал Соединенным Штатам. Угроза территории Соединенных Штатов, одна из наиважнейших задач, не ядерного арсенала, повторяю. Одна из наиважнейших задач. Почему? Мне говорят, а что ты флот забыл? А потому что флот сегодня крайне уязвим. А сегодня Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов, уже в Киеве. И будет он встречаться с, понятно, руководством Украины, высшим военно-политическим руководством. Там, очевидно, будет и президент, и министр обороны, ну и, очевидно, командующий. Что нам говорит товарищ Ллойд Остин? Он говорит, что поддержка Украины осуществлялась и будет осуществляться. И в то время, пока в Штатах ведется дискуссия по баблу, это важно, это важный сигнал, как говорят политологи и дипломаты. Короче, как бы там ни было, но министр обороны, как и президент в США, это не последние люди, и они имеют влияние на принятие решений и обеспечение их. И вот если внимательно посмотреть пресс-релиз Пентагона, то там сказано такая многозначимая фраза, Значит, в ходе визита Ллойда Остина в Украину будет подчеркнута постоянная приверженность США предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. Ну, мы знаем, что нам надо. Самолеты, ракеты к самолетам и м -м, ракеты к Хаймарсам. И, возвращаясь к релизу, необходимую, но ну, имеется в виду, помощь для защиты от российской агрессии. И, внимание, а также обсудит Ллойд Остин долгосрочное видение будущего во военных, ну, правильно, вооруженных сил Украины. Что это значит? Что не только Роман Цимбалюк и вы, мои дорогие зрители, э относятся к фразе «Украина была, есть и будет, как аксиомия». Так думают и за океаном. И это хорошо, что они так думают. Потому что если они так думают, они будут делать все необходимое для того, чтобы нам выстоять в этом тяжелейшем противостоянии. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube-канал, а то как-то слабенько вы подписываетесь в последнее время. А здесь, как и раньше, мы называем вещи своими именами. Это тоже необходимо. И мы наши подводные крейсера, которые сегодня выпускаем, в том числе с Посейдонами, с «Буловой», с Синевой, те, то, что находится, мы практически держим как именно средства ядерного сдерживания. Я понимаю, что это все название ракет, но когда генерал Боярышник использует слово «синева», то, да, некоторые из вас могут подумать, что он переходит на скорость синего 1 после употребления боярышника. Ну, юрничать не будем, ракеты у них есть, это баллистические, межконтинентальные ракеты, это ракеты для американцев. Раз так, тогда пусть американцы ими и занимаются. А чтобы у россиян было меньше солдат, в том числе для того, чтобы угрожать Соединенным Штатам, то а, наш список желаний, он ясен и понятен. Оружие, оружие, еще раз оружие. Дорогой ватничек, тук-тук-тук. Генассамблея приняла резолюцию, по которой России будут назначены репарации. Добрый вечер, кто не интересовался политикой. Вот политика пришла в ваш родной дом. Не выдерживают никакой критики являются юридически ничтожными. Юридически ничтожные 94 страны проголосовали за резолюцию. А вот Небензя, который 4 недели впустую рассказывал про боевых комаров, от Небензя просто красавчик. Володя Машков приехал попиариться в путинский госпиталь. Приехал здесь ну, со спектакля, подарочков привезли каких-то, поразвлекаешься, главное восстанавливайся, чтобы чтоб сразу картина масла. Да керосином скорее попахивает ваша картина. Дело попахивает керосином. Разрешите пожать ваши мужественные руки. Я тут, Екатерин, приехал со спектаклем. Разрешите фото на память. Еще как? Давай. А ну, Серега, давай, сделай нам пару фотографий. Только не забудь потом в фотошопе дорисовать вот эти новые современные медицинские приборы по всей палате, там фрукты, там чашечки, там водичка. Ну сделай красиво, да? Поддержать Спасибо, Роду. Давай фотку сделаем, добавить. Или это Володя Машков, он же боксман. За Путина выступил на стадионе. Вот все. Приходится объяснять людям теперь, кто такой Владимир Машков. Передает вам привет. Будьте здоровы. У нас идет восстановление, да. Все будет хорошо. Скоро домой. И... Ребята, спасибо еще раз. Все. Проводку укладывали при Сталине, линолеум стелили при Хрущеве, а гордятся всем этим при Путине. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.